В Щелкове сотрудники управления административно-транспортного контроля Минтранса Московской области провели рейд по выявлению нелегальных таксистов. Каждый случай, когда проверяющие фиксируют такое нарушение, оборачивается для излишне предприимчивых водителей немалыми неприятностями. Им грозит штраф в размере от 2 до 2 500 рублей. У нас на глазах проверяющие оформили протокол в отношении водителя, который взялся за деньги подвести пассажира. Как вы видели, сейчас мы выявили факт нарушения гражданином осуществления предпринимательской деятельности, в том числе, в частности, перевозка граждан пассажирским такси без специального разрешения. Соответственно, он не прошел технико-механика и не имеет соответствующей раскраски автомобили, предусмотренные законодательством. Но штраф – это еще не все неприятности, с которыми сталкивается нелегальный таксист. Его автомашину отправят на штрафную стоянку, где она будет находиться до тех пор, пока суд не рассмотрит дело о наказании. По данному факту будут составлены административные протоколы, предусмотренные Кодексом административного правонарушения Российской Федерации, наложены штрафные санкции, а также будет изъято транспортное средство как орудие совершения административного правонарушения. С целью обеспечения безопасности дорожного движения инспекторы управления транспортного контроля проводят такие рейды ежедневно. Также они проверяют у легальных таксистов документы и наличие на автомобилях утвержденной раскраски. Благодаря усилиям инспекторов количество нелегальных перевозчиков на дорогах Московской области существенно снизилось. В нашем регионе в 2021 году за отсутствие лицензии около 2000 автомобилей были поставлены на штрафные стоянки. Андрей Цеходович, Валерий Жиглей, Щелковское телевидение.